Да, не проблема. Но это на следующую неделю, правильно? Ну давай я завтра созвонюсь с тобой, подъеду, заберу там. Хорошо. Хорошо. Это вот. Хорошо. Ну завтра, если что, там, с чем-то я тебе там отдам, что-то. Слышу. Ну туда, после обеда, ничего. Я слышал. Хорошо. Справа галеон. Он не горит, это огоньки так светятся. Да, тоже сюда видел. Я понял. Хорошо. Давай, спасибо. Да видел один раз, не очень. Конечно. И что? Силуэт все равно видно. Главное попасть. Да, ты можешь там увеличивать. Дурак, что ли? Нет. Конечно. Левый борт занимаете. Огонь. Юль, ну что? Там у вас спасение уже конец. Мере спасение. Да. Не-не. Первое число, по-моему, не рискнуть. Хорошо. Ушел сзади. Уходит. Ни разу не попали, да? Что, Миш? Ну тише. С билетом. А, они друг по другу стреляют. А не тот корабль топят. Правильно делают, молодцы. Парус подняли те. И те начали стрелять, но не попадают. Попали. А, слева хорошо попадают. Готовьтесь, ядра здесь. Все взяли? Да. Ой.
А мы в эту попадаем. Давай, вот этот вам попасть. Чтоб не ушел. Огонь! Это мухана, походу. Поворачивай. Якорь дайте. Дать якорь? Да. Огонь. Ой, что ты не заряжаешь? Огонь. Ядер нет у нас. В трюме есть. Нету. В трюме нет ядер? Не. На абордаж. Я пошел. Давай останусь. Минус два. Все, я их убил. Корабль тонет. Сейчас, а где дети бы ушли? Лупят с вышку. Сейчас попаду. Попали. Чините дырки. Я на берегу, ребята. Чините дырки. Я не вижу дырок. Дырок нет. А, есть одна. Не одна, еще одна есть. Кто-то к нам плывет, а вы? Блять. Сильно быстро плывем. Я убрал паруса. А где Вова? Я на острове. А типа и тут? Один был, но его походу убили. Сейчас вырежемся, нет? Не, успели. Надо, чтобы у нас не украли еще этот. Да. Что, захватываем остров? Да. Костян, убегай тебе, ты че? Да. Меня.
сразу бочки с бананами. Да, тут надо отъесться, меня убивают. Боишься, что ли? Очень много скелетов тут. Не знаю, я уже заметил. Бананы нашли? Да. Где? Везде. Тут везде в бочках бананы. Бери, кушай. Ой-ой-ой! Сейчас погибну. Я нашел банан. Успел взять. Видел, я тебе помогал. Вот он, вот он. Костя, здесь сейчас жуткие начнутся. Где наш корабль? Жуткие, вот они. Так, ребята, у нас гости, 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 ребята. Люди? Да, корабль плывет там. Ой-ой-ой, меня зажали. Так хуй знает. Мне хана. Там, тут жуткие бегут. Они у нас на корабле. Все, меня убили, кстати. А, вот эти типы. Да, у нас на корабле. Я им продырял 4 раза лодку. По мне стреляют. Что там такое? Как дела? Где был? А все, мы тонем. Корабль потонул. Наш корабль тонет. Утонул наш корабль. А на ихнем корабле кто-нибудь есть из наших? Я. Убил типа, он тоже тонет. Кто стреляет? Ой-ой-ой.
Все, они тоже потонули. Я сейчас умру. Бананов нет. Не ешь банан, этот плохой. Если что, я тебе покажу. Тише, тише. Тише, что ли? Миш, тихо, подожди. Наш утонул вроде. Ну да, теперь половина нем к нам. Размик, где ты? Здесь, на острове. А-а-а! Я все, походу. У меня бананов нет. На череп плыви. Блять, ну покрути еблом по сторонам, увидишь. Где-то тут рядом же должен быть. Конечно. Мне нужны бананы, бананы, бананы. Нахуй мне доски, блядь. Я тоже бананы хочу. Пушечные ядра. За тобой бежит этот козел. А, бананы, бананы, бананы. Ам. Ай-яй-яй-яй. Ам. Все, она. Бананы, бананы. Живой? Да, да. Отбежал. Да, да, я слышу, ты жрешь там. Нашел бананцы? Нет, ну там пробежал, там их много. Вот тут бананы, вот тут. Иди. Вот тут. Миша! Че там, Гостян, увидел череп? Газмик, умирать нельзя. Тише. Я понял. А тише боятся. Где-то тут хрюкает. Надо эти еще патроны найти. Слышали, хрюкает. Вот он. Наверху патроны есть, пошли покажу. Вот. Что, педики еще приплывут, как бы здесь где-то лазят эти. Вот он, вот он, вот он, у меня. Где? Вот тут. Сейчас походу будут выходить эти, которые из монеток. Вижу гальюн, Гостян, это ты плывешь? Посмотри налево на 9 часов, видишь череп? Красный вышел. Как красный? Они сюда идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нахуй. Выходи на улицу. Размик, на улицу выходи. Да я ушел. Уходи, уходи. Меня режут. Уходи, уходи. Ушел, ушел. Опа, опа. Мы тут сражаемся за семерых. Нет, за восьмерых. Ой, мушкет, мушкет. Да. Ой-ой-ой, все. Завалили. Умер? Да. Ты плохо придумал. Ну да. Бать, капитан тоже с мушкетом. Так он меня и развалил сейчас. Ну шкирься тогда, во. А что за буль-буль? Ты что, тонешь? Нормально. Корабль утонул. Ладно, отчипать.
Да. Но убили, говорит. Все, можно будет. Череп видно где-нибудь, нет? Ты куда плыл? Уже нету ничего. А, вижу, да. Только не точно, ой. Я убил его. Ключ от цитадели у меня. Все, остров. Да, слева так. Корабль. Сюда же идет. Не вижу я сейчас. Ты за руль стал? А что, череп пропал? Череп пропал. Папа. Да. Корабль. Да, да. А ядра есть? 15 штук. Это очень плохо. Сейчас по сторонам смотрю, может вас увижу. Маленькая. Левее бери, ты опять на меня идешь. Вижу. Так, сабельная ось. Сейчас скажу. Шхуна идет прямо на меня, за ней идите. Прямо, прямо иди. Ветер против нас. Левее, левее, уходи сразу, левее, левее, левее. Потому что тут скала. И вот так держи прямо. Потому что ветер в лоб. Блять, они уже подходят сюда. Вот этот остров. Обходи вправо. Во, у тебя они стреляют, нет? Да, это я стреляю. Чуть-чуть правее, Костян, бери. Он меня убил, но я корабль им нормально потушил там. Сейчас тормози. Я к вам пойду. Они обходят. Они слева стали. Блять, чуть-чуть бы нам повернуться по ним. Они сзади нас. Сзади заходят. Сейчас они будут нас расстреливать. Ты не в ту сторону стал. Развернул руль.
В нас? Где, где они есть? Вот они, справа. Вова у них. Он меня убил. Блядь, чё ты полез туда, блядь? В смысле, чё я полез? Не ори на меня. Ой, ты ушел в другую сторону, Костян. Я только на эту пушку пришел. Ну тогда, что тут, буль-буль у нас. А все, мы уже утонули. Это был крепость Воронье гнездо, да? Ну я вроде все дырки замонтировал здесь. А мы уходим, да? Да, ядер у нас нет. Там фигня была. А где они? Нет, типы. Вон они справа заходят. Чуть-чуть не попал. Блядь, быстрее! Эх, не туда! Он с этой стороны заходит. Он грамотно заходит. Я его убил. Давайте, вот пить два раза. Нас есть. Я за рулем, все нормально, чините нашу лодку. Где доски, блин? Не знаю где, не вижу. Чёрт, война. Кто стрелял? Я его завалил. Да. А у них корабль утонул, нет? Почти. Это русалка. Или... А, акула жрет. Все, акула сожрала. Это другой, значит. Этот плавал в Иркутске. Сейчас я умер, на корабле появлюсь. Ты умер? Чё ты умер? Ну, там с типом бились, у него сейчас акулы должны доесть, я думаю. Значит, это твой, который акулы его дожрали. Корабль у них потонул. Я не помню, на карту глянуть. Вы там дочинили, дочерпали? Да. Я ключ от цитадели спрятал в кустах. Чё?
Пойдем быстрее. Я надеюсь, ключ там не пропал. Когда ты погиб? Нет, просто. А что, мы всех пиратов перебили, да, этих скелетов? Да. Вот там лежит родименький. Отлично. Так. Человек? Да, плывет. Держись. С какой стороны? С моей. Попал в него. Акула. Два раза в него попал. Три раза попал. Патроны закончились. Он жрет этот банан. Под водой? Да, да. Он стреляет в меня. Все, акула его кусанула. Вот он, у меня. Я не вижу его. Да под дном он. Все, умер. Живучий, я раза три в него попал с этого. С этого надо только в упор разбить. Пошли быстро, сокровища забираем и валим отсюда. Все. Бесконечно. Какое сокровище? В смысле, какое? Ну ты взял все, якорь? Нет, я только ключ взял, пошли. Быстрее. А где ты? Нет, будь на корабле. Я на острове в центре. Я тут опять ключ бросил в кустах. А хули, блядь. Где ты, Размик? Бегу. Ну. А что они здесь на острове появляются, что ли, я не понял? Да он один выжил. Иди быстрее, пока второй не прип. А где ты? Вот он ты. Все, за мной. Вот, видишь дверь? У меня. Да, ключ. Вижу. Ух, шайтана, мать. Ебать ту Люсю. Тут налево, Размик, налево. Куда налево? Сюда. Вот сюда, где я. Нет, где я. Блять, меня акула жрет. Ага. Я за ней плыву. Сейчас, походу, меня будем. Главное, чтобы меня еще раз не жрануло. Не успела. Но она зато охраняет нас. А куда мы будем прятать? Вниз самый? Да нет, на центральный палат. Я около, короче, этого кидаю. Где ядра. Все, погнали еще. Там два или три сундука, пару сундуков типа с чаем и со специями, дорогие. Куда ты делся? Да ебать, тут еще шесть сундуков. С белым сахаром нафиг не нужен. Все да? Надо, все надо. Они дорогие. Что гонишь? Костян, ты там наблюдаешь? На, там вверху. Ну хуй, блядь. Я думаю, эти педики поплывут, они-то знают, что тут бывает. Считай, сектор Б залутали. Сюда они быстро доплыли, чё? Рядом появились где-то, походу.
Тут еще, еще ящик и череп. Еще ящик и череп там. Что там череп один остался? Нафиг нужен. Чё? Рюк. Хотя ладно. Или заберем. Или заберем. Заберем. Размик, забери последний череп, а да, я бегу. Пару сапоков там пошаманю, чтобы развернуться. Так, и куда нам плыть-то? Форпост грабителей, форпост древних пик. Нет. Нет. Брюк. Не ври мне. Все, Гостян, слезай. Погнали. Якорь. Я пару сас сматываю. Развернуться влево на месте. Вон слева видишь остров ближайший. Вот нам на него надо. Они там не будут? Пусть знает. Они думают, что мы хитрее, а мы еще хитрее. Так, надо взять ядра на всякий случай, наверное. Гостян, ты посмотрел? Чё, прикольно, а вот тут... Передний парус. Куда развернуть? По часовой до упора. Костян, когда вдвоем разворачиваешь, быстрее в два раза. Че, урю? А теперь по сторонам. Блять, по-моему, мы не туда приплыли. Гостян, посмотри карту, а. А, нет, все правильно. Форпост, древний пик. Да-да-да.
Далеко ушли, да? Нормально, посмотрим, есть кто, нет. Подскручиваем? Не-не, он один парус остался. Я посмотрел трубу, там не было никого. Брюм-брюм. Какое все красивое. Я уже готов. Это с цитадели сундук? Да. Ой. Да нет, ближе подойдем. Оп. Мель тут уже. Дай. Кидай быстрее, мель! Мель! Пошли чинить. Я уже сдаю. Ты сдавай, а я чиню. Ну? Ух ты! А сколько жоп это? Полтора. Пошли тоже сдавать. Ой, я сейчас череп из цитадели сдам. Да не ящик с белым сахаром, блядь. Слышь, а этот ящик со специями кому сдавать надо? На пристани тёлки, у которых мы свиней брали. Да, я уже понял. Только тут не тёлка, тут тип. Похуй. Смотря что. От черепа. Так, череп сдаю. Три. Палатку. В центре где-то должна быть. А. Да в центре должна быть, там ключ на ней нарисован. Кубок сдавай, во. Сейчас что-нибудь там. О, кувшинчик. Вот это палатка, Костян. Ты с чем бегаешь? С чем был сундук? Сокровище. У меня уже золотодержца 20. Нет, череп в доме. Одним флаг с глазом нарисован, а внутри тёлка с потёкшей тушей. Не знаю. Полторашка. Специи дорогие, да. Сейчас я сахар сдам. Ну-ка, сколько за сахар?
А на чем? А вдруг приплывут, надо же быстрее делать. Уже 14600 я убил. Че 18? Голды, ничего себе. Не уверен, не обгоняй. Так, что-то еще осталось. Кубок остался. Слышь, мне понравилось этот череп, остров черепа вот так. Штука, черепок. Так, мне надо отойти чуть-чуть. А сколько? Кубок забрали последний с корабля? Не знаю. Костян, ты забирал, нет? Блин, почти 20-ка орден душ репутация. Чуть-чуть не хватило. На острове тогда останусь, сейчас выйду. Ты надолго? Да не знаю, нет, по идее. Ну, примерно 20-30 минут. Да. Ладно, тогда пойду пожру что-нибудь. Пока.